Для того, чтобы перевести число из двоичной системы счисления в десятичную, необходимо проделать следующее. Для начала подпишем позиции каждой цифры в числе справа налево, начиная с нуля. Далее необходимо найти сумму произведений каждой цифры числа на двойку, возведенную в степень позиции этой цифры. После нахождения значений произведений мы можем переписать выражение следующим образом. Сложив найденные числа, мы получим результат в десятичной системе счисления. На самом деле, данный метод универсален и подходит для перевода любых систем счисления в десятичную. Все, что нужно, это заменить двойку на цифру исходной системы счисления. Рассмотрим пример перевода из троичной системы счисления в десятичную. Вновь сначала подпишем позиции цифр в числе. Затем найдем сумму произведений. Обратите внимание, что теперь мы возводим тройку в соответствующей степени. Сложив найденные числа, мы получим результат в десятичной системе счисления.